Этой осенью жители Пыть-Яха смогут снова купаться в местном бассейне. Пандемия и вызванные ей ограничения позволили городским властям вместо косметического провести капитальный ремонт здания. Бассейн здесь построили почти 20 лет назад. Многие элементы требуют замены. Прежде всего, полностью реконструируют вентиляцию. По словам сотрудников, за время непрерывной работы она устарела физически и морально. Кроме того, специалисты укрепят несущие элементы крыши бассейна. На ремонт потратят 12,5 миллионов рублей. Завершить работы подрядчики обещают в конце сентября. Происходит демонтаж системы вентиляции, которая устарела, появляются некоторые элементы коррозии. И вот уже этот короб заменен на новый и, как видим, покрыт уже защитным слоем.